Было, что было. Кошмар тут был. Я думала, это твоя нагрянула. Ты бы хоть фотографию мне ее показал, что ли, чтобы я знал, кого опасаться-то, ну? Завтра в Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. По области 22-27 градусов тепла. Атмосферное давление понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба. Даже кроты завидуют абонентам МТС. Тариф «Супер ноль». 0 копеек за минуту после первой минуты разговора. Это еще один повод для зависти. МТС – оператор новых возможностей. Скоро выпускной? Для выпускников специальная скидка до 25% на мужские костюмы. Удачи на экзаменах! Мужские костюмы «Сударь». Костюмы для особых случаев. Как превратить макароны в полноценное блюдо? Легко. Без сочного мяса, спелых томатов, свежих овощей и зелени мы готовим соус «Галина Бланка». А вам остается лишь добавить его к макаронам. Новые соусы «Галина Бланка» добавь к макаронам, и блюдо готово. Очень вкусно! Здравствуйте.